стороны записываю. Ой. Убил запись. А сегодня у меня через 3 часа будет, через 2 будет этот, как он называется, БС, блять. Мы-то БС походили на X4 совсем чуть-чуть. Сука, меня бесит, что надо пароль вводить каждый раз, блять. Я ебал нахуй такую хуйню. Сука, еще русский стоит, блять. БС какой, героический или обычный? Короче, в обычный со стаками идем, а в героический без стаков. Ага. Пока слабенький. А там отличия есть? Я просто в героическом не Да, помню. ну там в этом, которого мы убивали, не помню, как называют, ну, который, где разбегаться, разбегаться, вот там, короче, Ага. добавляется ракета какая-то тьмы. Если, короче, от нее не убежишь, она там то ли замедлит, то ли, ну, какую-то хуйню сделает, а, то ли всему рейду урон. Вот, и ее должен ловить либо танк, ну там, короче, на самую дальнюю цель кидается. Вот, поэтому там либо танк, либо шипешник. И ему нужно оставаться тоже дальней целью, когда вот этот каст, когда все под босса сбегаются. Он должен под прожимкой быть, либо под тучкой. Я там, блядь, вайпы свои позаписал, нахуй, я повайпался там, варом сдох, нахуй. Так, а чё, оно будет с кем-то конфликтовать, вот это Warcraft 3, блядь? Мне интересно. Ну ладно, сейчас загрузим в игру, блядь. Может быть, сейчас вот ты зайдешь там по модам, посмотришь. У тебя, по-моему, нету на интерфейс аддонов. Не должно. Ну да. Мне больше всего волнует, будут ли там циферки 1, 2, 3, вот это все остается. А бинды, блядь, как? Как назначать всю хуйню? Я же не буду все мышкой. Да, да, все остается. Все бинды остаются, и у тебя в управлении еще дополнительно 9 кнопок появляется. Это вот, короче, там где вот А, значок с ну инвентарем, да, и сумка вот и еще еще слева, который там 3 слота. хуйня. Ебаный рот. Так, first time running addon, click here to reload. А чё reload? Ну нажал. Чё надо, блядь? А нахуй мне reload? А, ну я смотрю, вон там бинды мои. Так, 1-2, ну ладно, это понятно. В принципе, ничего так, блядь. ХПшка своя, левел, блядь. Что там, damage, армор, блядь, показывает, нихуя. А чё за хуйня, мне зависло Там всё, еще блядь. настроить можно будет. Там в нижнем правом углу на шестеренку нажимаешь, и там еще типа выбрать можно дополнительную иконку. Сейчас, блядь, стрим экрана включите. Нихуя, у меня зависло все, блядь. А, не, нихуя, смотри, перезагрузилось. Ебать, что происходит. Первый запуск. Так, вот этот дэмэдж метр что-то меня прям бесит, нахуй. Чат, нахуй, нахуй у меня чат. А вот это, блядь, квесты, это же вообще пиздец. А мое ебало вон там в воздухе висит, это вообще нормально? Нихуя. А, ну это ненормально. Это то, что у тебя какой-то аддон ты ставил. Какой-то аддон. А, Ну, помнишь вот этот наверное, дракон, который дракончик, золотой? да. Уже Да. дракончик отключить. Мне вот этот ДПС нужен вообще, нет. Мы когда в пати, типа, он тут ничего не записывает. По какой причине, не могу понять, блядь. У меня записывает. Там, может, поставить как-то надо настройку. Ну, Что-то потыкать тут, блядь. можешь Конфигури, просто нахуй. закрыть, я не знаю. Show all, может, надо? Click to show all. А, нет. Frame, в смысле, блядь. Локвин, так, не токен. Блять, как разобраться-то, сука? Remove сегмент, так. Новый сегмент. Damage done. Create. Real-time. Нет, график мне не надо. Сброска. Тест мод, блять. Заебал. И что, блять? Репорт это отправлять. Хуй его знает. Фильтр options. Сегмент, блять. Фильтр options. Классы, блять. Group Блядь. only, может вот эту хуйню убрать? Group only, в смысле? Only show your group. И галочка стоит, ну что, если убрать, нахуй. Что будет? Ладно, похуй. Блядь, как закле... как предметы разделять? Чё за хуйня? А? Шифтом, блядь. Я что-то нажал, у меня не сработало, я сейчас, блядь, случайно Так, ну... сдвину там. Так, надо сначала вот эту хуйню сдвинуть как-то. Так, это через Shift двигать. А, это стрелочка вообще. Ладно, пускай вот тут. А вот эта хуйня. А, это шо вообще? Это квесты. Что ты мне там даешь? Так, я чуть, блядь, зелье опять не выпил, я улыпала. О, нихуя. Хилка. Ёбаный.
Нихуя. Так, вот эту всю парашу надо как-то подвигать. А куда ее двигать-то? Давай, ман, вот сюда, блядь. Вот эту парашу, нахуй вообще, блядь. Сука, ебануться можно просто. Так, ну-ка. Разблокировать. Еще исчезает эта хуйня, нахуй. Так, ну вот. Ты здесь это все. Окно чата можешь в нижний правый угол поставить. Там, где у тебя черный фон. А там, в натуре. Нихуя. Так. Подожди, у меня что, блядь? Полное, не полное окно, а вот полное. Так, что там, блядь? Как его поставить-то поудобнее, блядь? Чтобы не объебываться. Вот так пойдет, да? О, хорош. Нихуя. А вот эту хуйню как мне? Я не знаю, что это за заклинание у тебя. Это макросы на камеру. Можешь их выкинуть, да? Ага, можешь выкинуть, да. Блять, чат ебаный. Давай-ка заблокируем эту хуйню. Так, сука. Ну, так вот эти кнопки теперь меня заебывают. Ну-ка, В интерфейс зайди и масштаб. Выключи. Вот, доп. Параметры. Не, мне не надо панели выключать. Мне надо, чтобы они были. Мне надо масштаб. Чтобы они не видно было. Вон в центре там кнопка. Мне не надо. Пускай они видно будут. Мне надо масштаб уменьшить. Давай мы поставим сколько. А что не пишет нихуя? На ок надо будет нажать. На середину, короче, ебанем. Окей. О! Во! Вот так заебись. Нихуя я угадал. Так, теперь мне вот эту хуйню опять сдвинуть. Ну так заебусь, блядь, настраивать. Вот. Тебе надо будет тогда в нижний левый угол навестись и там на шестеренку нажать. Бля, где-то там шестеренка должна быть. Шестеренка? Да, чтобы там настроить. Но это не здесь, нет, там в нижнем левом углу, там где чат, типа, должен быть. Вот рядом с чатом где-то вот снизу. Там шестеренку нажми, чтобы там, короче, есть кастомный вариант. Вот чтобы у тебя, вот видишь, там у тебя, блядь, текстурки не хватает. Вот это черное ты имеешь в виду? Ну. Да и похуй. А что там должно быть? Не, заебись, так, нормально. Да? Ну. А вот тут что, ну, вот это вот где 6 хуйни вот эти. Ты сюда можешь предметы перенести, в управлении тоже поставить кнопки. А, вложить, да? Ага, ладно. Так, вот это что? Это мои кнопки вот эти круглые, да, блядь. На колесико мышки можно карту отдалить. О, нихуя, прикольно. У меня на максимум отдаление стоит. Так, как рецепт и радар, блядь. Так, вот теперь мне вот эту хуйню чатовскую можно сюда ебануть. А, подожди. Куда тогда? Давай, пускай она тут висит. Заебало. Так, вот этот агрометр сюда, блядь. Стрелочка пускай там будет. Или подожди, или повыше. А портрет исчез, смотри. Это же да, кстати, пропал. Это вообще хорошо. Так, теперь вот эта хуйня с квестами. Вот так. Нихуя, я теперь упакованный тип. Так, теперь синюю полоску с маной. Куда? Сюда, что ли? А где мой хп? А, вон она, блядь. Тут полоска маны забаганная немножко. На арбор. Ну, это из-за того, что ты, у тебя этот какой-то режим интерфейса маленький, тебе надо будет побольше сделать. Да не, так заебись. Вот так охуенно. Так, 1, 2. Тут, короче, тут, короче, цифры, блядь. Тут вот эта другая панель. В принципе, нормально. Разведчик Синтек, блядь. Так, что делать? Надо вот это питье продать. Так, это кожа. Это тебе мясо надо вот это? Да, конечно, конечно, я могу еду приготовить. А, часть квеста. И, короче, бутылки, да? Нихуя. Что-то лагает, что ли, сервак? Да нет. Так, надо какую-то бутылку, я думаю, на хп выставить, например. На чё выставить? Какой-нибудь Z, нахуй. Бля, это чё за хуйня? Бутылки сюда, короче. Это что, это еда? Да. Что она там дает? 2 стамина и 2 духа. Нихуя, это жестко вообще. Рейдовый хавчик. Ну пойдем какой-нибудь элитник обидим, захаваем. Так, ну шо, квесты делать пора. Ёбаный рот, нихуя.
Так, вот это еще сдвинуть, блядь. Хорош. Так, чё кого пиздить? Бля, это чё за точечка, блядь, нахуй. Непривычно. Ладно. Я не знаю. Ну, предлагаю пойти вниз, там, где это, шансов отпиздиться меньше. Ну да. Короче, веди там метки и бани. На тебя носить, на меня носить. А, ну вот, да, я заметил, вот эта текстура типа разорвалась или чё. Да, да, вот это тоже. Но там надо просто немножко интерфейс побольше сделать. У меня вот так же, но я интерфейс побольше сделал. Похуй, пускай так будет. Кстати, а это что у меня за кастом стоит? На Таурена, блядь? Ну-ка, а где меняется эта хуйня? Какой кастом? Вот, ну... А тебе нужно этот сделать, интерфейс побольше. Я так понимаю, у тебя... Не-не, ну, типа мне надо картинку сменить. Шестеренка? А что, на интерфейсе нету? Или где там? Ну вот, интерфейс сделай побольше. Что там? Настройки видео. UI scale побольше сделай, чтобы у тебя вот это пропала фигня в нижнем правом углу. А, не, на вот а, она. Вот она. Вот она. Она... Все, и вон, короче, вот орг, undead, и вон снизу нажимаешь, короче, кастом, у тебя должно типа пропасть эта фигня. Видишь, кастом 1, кастом 2. Вот ее нажми, у тебя должна пропасть вот эта дырка. Текстурки. Так, это на андеде надо нажать или на вот этой хуйне? Да, любой можешь, по-моему, нажать. Блять, еще хуже стало. Ну, хуй его знает тогда, как исправить. Ха-ха, нихуя порвалось все его. Да. Ладно, похуй. Не, вот так нормально. Пускай эта часть будет разорвана. А, блин, нажимать, нет? Или ну да, да. Ну там, типа, тебе, если надо зафиксировать, твой портрет тоже есть. Да похуй, заебись, охуенно. Короче, шишки нужно собрать тебе две штуки, это я точно помню. Вон одна шишка справа. Ой, я кожу вижу, ёбаный. Вот. Да, кстати, ты можешь трупы подбирать, вот эти, которые он тел, парень убивает, вот ты можешь это все подбирать. Хорош, бля. И попытка неудачная, он... нихуя. Неудачная попытка, блядь. Вот, а с этих нам нужен что-то жесткое нужно. Тут, короче, надо всех убивать подряд, практически. Блять, меня что-то заебало, это неудачная попытка. А, я утонул. Так, вот шишка, да, в деревьях. Подожди. Да, шишка. Там пиздишь кого-то. Хорош, эту хуйню утонул. Угу. Вон еще шишка. Тут это много шишек. Потом. О, редкое существо нашел, ебать. Где? Да, оно мертво. Я не знаю, где оно. Шагл спир. Вон он. Нас вот. Главное, чтобы не отпиздило какое-нибудь редкое существо, блядь. Ну да. Он тут бывает. Челики критуют по сотке, нахуй. У нас хп-то сколько вообще? 160, нахуй. 166 и 250 маны. Ты сколько армора? Армора? У меня 20. 18,6. Нормально. Ну я это, зелье выпил случайно. Так, где там вот, шишки? Вот а шишка, вот шишка. Там две штуки надо. Вот, а мне, короче, надо... Сейчас скажу, что мне надо. Так, где еще там шишка, ты говоришь? Где она тут? Ну потом еще соберем, тут они под деревьями. Мне, короче, надо этот корни надо мне, вот. Что-то лагает. Из рут. Из рут. У тебя не лагает? Нет. Лагает, ебать, пиздец. Кринж какой-то. А в плане лагает? Тут, ну, зависает сервак типа. Типа, хуй знает, лаги. У меня нету. Скорее всего, это из-за того, что какие-то аддоны, может, у тебя конфликтуют. Хуй его знает. А этих типов нам надо вообще хуярить? Да, хуярить. Надо 8 человек убить. О, клоч. Ну да.
спалки на нахуй в спину. Так, челик наших мобов хуярит. Угу. Чё, блядь, не встал? Блять, а на мне бафа нету. Надо наложить хоть. Кстати, да. Эту хуйню и шипы, блядь. Ты вообще видел, сколько у меня бафов? Сколько? Нихуя, зелье, блядь. Я их случайно выпил, когда пытался разделить. Нихуя, мы жесткие. Да. Нихуя, я 36 кританул, я сумку нашел, ебать. Хорош. Поделись сумкой, брат. Братский. У меня получается, я уже все одел, она, блядь, все, нахуй. Уже это. Так, а где это открыть? А, вот, у меня три сумки получается. Одна синяя, две зеленых. Круто. А у тебя сколько сумок? Одна? У меня две. Ну все, скоро. А, ну ладно, похуй. Скоро тебе выпадет. А. Ух, тогда. А тут что это? Трава какая есть? Трава? Нет, у меня радар... У меня стоит вот эта хуйня. Где я собирал? Здесь я траву не находил. Вот можно дальше пойти, вдаль. Там, короче, какие-то квесты. Жесткие, жесткие, целых два квеста. Жесткие? Мы там, блин, пизды получим? Не уверен. Так, надо шишку где-то найти еще. Шишку еще найдем. Можешь волков побить. В целом. Тут вообще со всех буквально квесты. Вот мясо. Да, сука, заебал, неудачная попытка. О, хорош. Ну-ка, отдай кожу, блядь. Так, что у меня там 11 навык шкуродерства. Скоро будет. Ой, я нашел тут квесты. Камни надо собрать две штуки. О, трава, нифига. Она не подсвечивается, но это квестовая. Вон там камень. О, нихуя, два типа появилось. Пятый левел, в принципе, нормально. Нужно отпиздить. Как я пойду камень спизжу. Ебай, пока траву собирал, уклонялся. От всего подряд просто. Я даже, короче, заметил, что мобы спавнятся, короче, в определенных позициях. И, короче, там, где долгоноги, там нету волков и гепардов. Я, короче, подходил к долгоногам, потому что они ко мне нейтральны. И вот с ними, короче, проходил до травы, собирал и убегал. Угу. Еще меня дважды чуть не убили, но повезло, что я алхимию вкачал. Это понял, мы по очереди, что ли, лутаем? Ну да, тут как бы по камушку. Не, мобы типа с одного мне лут падает, с другого не падает. А, это да, это да. У меня такая же фигня. Я вижу, что он светится, блестит, и там какая-то награда. Ну не могу подобрать. Потом ты подбираешь эту награду через несколько секунд. Все, камни ты собрал, да? Угу. Вот, теперь нам, короче, вниз. Вот. Я типа за нижнюю часть. Чего страшного? Ну, шипы заебись бьют по три. Угу.
Вон там трупы и шкуру соберешь. Ну что-то с него нельзя, блядь, то ли с него лут не забрали. Не, надо подойти. Нет, там Поближе. значка нету, что типа можно. Нет, там нельзя. А, ну да, с него вообще нельзя, там даже не подписано, что можно собрать. Сука, неудачная попытка это. Так, хорош. Челик какой-то стоит. Так, вот этих пидоров пиздить надо, да? О, чё там? Изрут. О, там корни, короче. Вдалеке. Ирсрут. Ирсрут. Земляной корень. Да. Ёбаный. Куда бежишь, блядь? Даже два. Еще там что-то. Еще корень. Там два корня целых. Пиздим его, блядь. Так, хилю, брат. Опа. Че меня пиздят, что ли? Интерфейс немного неудобный тем, что вот ХП показывает. Вот у меня сейчас висит. Вот. Типа провис. Он какой-то хуйню лутанул. Я не знаю, у меня вообще ни разу не зависло. Хуй знает, там не задержка и нет касса, пиздец. Может, ты качаешь что-то? Не. Так, изрут. Так, я типа пизжу. Ты где там? Я траву собираю. О, все, собрал, бегу обратно. Тебе опыт приходил? Да. Нам налево, там еще вот этих мобов тоже поубивать. И шишку еще надо найти. Че он с нами ходит? Бля, может он что-то пишет, а мы не заметили? Урк, шаман. А, мы писать можем? Да, можем писать, оказывается. Блять, он что-то говорит. А где говорит? А, I'm just looking. А, я смотрю. Понял. I'm from Russia. Нифига. I'm from Russia. Не верю. Ооо, ебать. Че он там написал, бля, не верю. Он сказал, он написал, не верю. Столбчик. А, ну, блядь, ну, слушай, даже звучит логично, что он тоже русский, ебать. Не верю. И убежал. Ты видел, что, блядь? Сука, ты спугнул русского игрока. А мог быть вот дамагером в нашем пати, конечно. Столбчик. Я, кстати, заметил, что на ХК много людей, которые, типа, русские, вот, блядь. Столбчик, да, ебать. Ладно, похуй. Так, надо корень забрать, пока парень не заметил. Муфаса. Опа, корень. Так. О, я ему это. Блять, он кто у нас? ХК? Блять, он не ХК. Ну, похуй, значит. Пусть умирает. Я, он, по-моему, не скританул 12. Угу. Кстати, я там смотрел в чате, там, короче... хардкорная гильдия от 15 уровня, ебать, приглашает.
Так что мы вполне можем в гильду какую-то попасть. Что, мы его моба пиздили, что ли? Да. Там где там, блядь? Вот он, столбчик. А, он... В смысле, он харка? Пробный аккаунт не допускает это действие? Что, блядь? Ну так он стилала... А, подожди, не подписан у него. А как я его бафую? Так а чё, нельзя, что ли? Так того игрока не мог бафнуть, этого могу. Ну тот может с PvP режимом, ты про зеленого. Там вон Таурен бегает, Муфаса. А вот этого я, короче... Пошли, кто-то в Эвенс разбирается. МХК. Это что там он спрашивает? Эвенс. Ну, типа в квестах. А, хуй его знает. Ты разбираешься в этом? Добряк, добряк. Криз шлаху. Я понял. Я знаешь, что хотел замутить? Mm-hmm. Я хотел, короче, ну вот мы качаемся такие. И, короче, ну, наступает пора, что надо пойти в какой-нибудь там, допустим, какой там первый инстинкт? Ну, этот, в Огре, который, да? Да, в Огре. С 13 уровня туда можно. Огненная пропасть, нахуй. Ну, я думаю, туда мы пойдем, блядь, с тобой. Мне кажется, уровня лучше 16, нахуй, чтобы не рисковать, нахуй. Блядь, вот я не могу утонуть, а ты утонул, сука. И надо, короче, туда позвать каких-нибудь челиков американских, нахуй. Ну, кто-нибудь, кто здесь играет, короче. Позвать их в Диз, блядь, чтобы они зашли туда и попиздеть с ними. Ага, my English is very bad. I am from Russia. I am... там 20 age. I love beer, водка and балалайка. Сука. And bitches, еще скажи, да. Да, and bitches. Сучки. Сучки, сюда, нахуй. Say пиздец. Сука, блять, че еще там? Ну, короче, там будет пиздец. Ну, смотря кто там будет, блять. Ну тоже верно, вдруг они уже прошаренные такие. О, да. Шишка, нахуй, нихуя. Шишка. Фифка. Ебать, игра, нахуй. Типы шишки радуются, нахуй. Не, ну внутри подлагивает. А я не знаю почему, может тебе что-то поменять надо? Хуй знает. Аддоны какие-то может лишние выключить. А какие лишние? У меня лишних нету. У меня все охуенные. Не знаю. Хорошо, попробуй, короче... настройки скажешь. Видео и режим в окне и макс размер обе галочки поставить. Ну так у меня стоят. У меня так вот. Нет, у тебя не стоит. У тебя, видишь, у тебя снизу видно. Видео. Вон, в макс размер. Нажми галочку. И все, нажми принять. Ёбаный, все сломалось. Вот сейчас должно перестать, может быть. Ну, можешь, кстати, в Дискорде отключить трансляцию, которая жрет интернет. А, в принципе, да, может. Да нахуй мне этот макс размер? Подожди, мне надо видеть пуск, панель свою. А зачем? Ну, чтобы, блядь, свичиться, нахуй. Вот так заебись. Так, сейчас я трансляцию отключу. Это в натуре, наверное, из-за нее вся эта хуйня. Так, отключить. Не знаю, кого ты там пиздишь? 8-й левел. У меня такая кошка не отпиздила. Я ее откайтил. Блять, ничего не выпало. А, там шкура моя. Хорош. Сколько у меня квестовая там падает. У меня 4 шкуры уже, блять. О, хорош. Ну, не шкуры. Мало на самом деле. 11 левел кода у нас ебанется одного удара. Не, кода точно не бомбить. Он еще и этот, он стан делает, тоже варстомп у него есть. Он нас вообще отпиздит. Работаем, да. Ты, кстати, зелья-то можешь выпить, я тебе их, да, у них там действие час, так что это... Так, а что мне выпить? На хелс? Все три можешь выпить.
Сила на 4, нихуя. Сила 4. Генерация Броня. ХП 200 в секунду, раз в 5 секунд. И броня. Нихуя, я жесткий стал, ебать. Там что там? Там армор дает что-то 5%. Не, у меня один хуй лаги, пиздец. Ну, тут это все, блин. Я не знаю, почему, может, честно, у меня... Может, еще еду поесть, нахуй? Ну-ка, я поем, нахуй. Ебать, ты такой моба пиздец, сижу хаваю, блин. Этот хавчик на 15 минут баф будет. Ну да. Где баф, блин? А вот он. Так, шипы на себя бафну. У тебя там нет пиздец. Пири 2. Став другой подобрал. А я шкуру сейчас буду сдирать. Тоже похаваю, пожалуй. Там это, если ты мясо собрал, волчье, то можешь мне, короче, передать, и потом вот еще вот мясо приготовлю. У меня, короче, 3 куска есть. Собачатину. Так, вот, трейд. Что трейд? Там, блядь? Мне не показывает. Трейд не кидается, у меня тоже торговля прервана. Понял, вот. Блядь. Это из-за того, что я ел, ты не мог со мной потрейдиться. А что тут задержки это не это боссы, на которые на Сирусе? Это да. Так, шо, кого хуярим? Это получается в теории, я могу при обмене тебя наебать, забрать все твои вещи. Нихуя. Зато задержки нет. Это о, такие... квестовая там выпал. О, один, да, выпал у меня. Вот, это там типа какой-то жесткий айтем. Так, шо там? Ты видел, какая у меня палка большая за спиной? А что это за палка? С моба выпала? Нихуя. Волков били и жопы достал. И жопы волка. Что-то не лутается, нихуя. Да, не лутается. Ой, я там лутанул дохуя. Какую-то хуйню. Врейн, Вулф Харт, короче. Ну это квестовое все. Я жесткий. Квестер. Тут буквально всех мобов надо перебить, и там по одной штуке типа падает какой-то квестовой фигни. Угу. Какой-то отвар делаем серьезный, нахуй. Да, мы даже камни собираем, типа, тоже типа для чего-то, непонятно. Так, что там моб какой-то? Смотри, это 10-й левел. Стой, беги назад, блять, куда бежишь? 10-й левел. Ой, волк. Бля, в натуре ебать. И тот, по-моему, тоже нахуй. Прари-сталкер. О, вон гарпи. Вон винфури. Вот нам нужно убить. Нихуя, вот те 10-е волки нас обоссут просто. Ну да. Гарпии 7-е, нахуй. Мы-то 6-е, надо вообще на осторожно быть. Ебать, вот так побежишь куда-нибудь? Пизды получишь, блядь. Ну да, да тут я шел, типа, ну волки, волк, типа. Нихуя, 10-й. Мне тоже надо блядь, палку. Блядь, с них эти падают. По одной штуке надо. Это получается сколько? Это надо 16? Нихуя, она кастует, она жесткая будет. А у нас резистка от натуры. 28, нахуй. У нас же шотнуть. Ебать, можно. ебать. Ты видел? Шо она это? Нас это... Как эта хуйня называется у друида? Вихрь был. Охуею, блядь. О, малахит. Жесткая хуйня. Так, ну-ка. 8-й левел. Ну, смотри, полетят еще с ней. Я думаю, они обе сейчас полетят. Не. Ну да. Вот, значит, на обоих надо этот Moonfire. Назад, тварь. Блять, она там сейчас еще подкинет, надеюсь, нет. На, в спину, блять. По хребтине, ебаной палкой. Так. Открыто. Шо открыто? Здравствуйте. А. У тебя там да. Открыто. Сундук, нахуй. Я откуда пищу. У меня суперклей? Объясни. Нету у меня. Ебать. Пожалуйста. Спроси у Юли. Пришли либо клей, у девочек ли? В 31-й. Да, клей надо понюхать. Клей понюхать. Попросили. Я понял, блин. Я тут лутанул. Юля должна быть у себя. О, лизер. 48. Ноги, нахуй. На броне. Одна ловкость, нахуй. Нихуя, я одеваю сразу. Да. Ебая, лучший просто сейчас стал. Хорош. У меня, короче, есть маги роял, нахуй, вот этот цветок, нахуй. Я лутанул сундука. О! Хорош. Приму в дар, там зелье на ману можете сделать. Да, магороза и сильверхелл нужно. Так, магорозу на.
Так, амалахит надо тебе куда-то? Да нет. Потом Ой, позвоню. блядь, у меня слотов нету. Сейчас, секунду. Я тебе баф кинул Так. на армур. Вон тут волк 9 уровня, он тоже жесткий для нас. Идем вот эту синюю гарпию. Она тоже 9, ебать. Ну их нахуй Вон вообще. седьмого. Нас отпиздят так нахуй. Эта тварь близко подлетела что-то. Мы можем уйти отсюда, вот, типа, в этот. Пойдем куда-нибудь в Потом другое место. эту сделать Ну, квест. надо хотя бы левел лапнуть. Там волки, вон те десятые, ну их нахуй. Вон они. Вон восьмого есть рядом. Пройти, Вульф, Альфа, блядь. Че ты думаешь, ебануть? Не, Вульф Альфа, он Альфа, мы его не справимся. А вот Сталкера еще убьем. Он просто нас покромсает, нахуй. Ну. Мне надо хотя бы форму медведя выучить, чтобы на таких нападать, нахуй. На жестких. Так, что там еще? Нету. Ну, сори. Да я не... А нету Юли вообще? Я не знаю, где она, честно. Хорошо. Так вот. Теперь я еще и пиздобол. А, говорил, телефона нет, пиздобол. Нихуя, я 43 гневом кританул. Нихуя жесткий теперь. Так, шкура. А тут стакается до 20, да? Это вообще хуёво. Да, стаки до 20. Это хуёво. Это мега хуёво. Талоны еще вот с этих падают. Да 4 штуки собрать надо. И вон про эти старкер. Ну, мне одну шкуру осталось собрать, короче. И один талон. Талон, ебать. Талон. Талон ну на там питание. Типа Пайнс Трайндер талон. Березовый. Для... Березовый, блядь, кто? Страйдер это кто, блядь? Простите за мой английский. Скиталец какой-нибудь. О, все, я собрал последний кусок. Блядь, ебать, у тебя есть еще слоты свободные? Я могу тебе шо? Дать... А, все, я сейчас поем, у меня слоты освободятся. Так, вон какой-то свуп какой-то, что это такое? Это какой-то моб. Свуп, да, вот он квестовый, там с 15... Ебать, там, короче, падает нога, там 7,4%. 7,74%. Нога нужна, короче, вон с летающей хуйни. Че, ебанём, ну. О. Нихуя, откуда ты левел апнул? Мне до левела еще далеко. А я это, пидорас. Ты я меня... до этого же ходил, траву собирал. Ты мне приходилось пиздиться. Пиздил мобов, ёбаный. Конечно, я еще два квеста сдал случайно. Ты походу квесты типа какие-то делал, что ли? Подожди, а я че ничего не утонул? Шкуры нету, блядь. Ты там утонул что-нибудь? Да, там одно пирожка было. Так, 8 левел, да, пиздим. Хуёво, когда лагает, 39 крит, нахуй. О, там вон какой-то челик. Впереди видишь Минотавра? Чё он там? Минотавр? Да. А, и чё он? Квест какой-то предлагает? А еще там Silver Health. А, у меня сейчас нет. Зелье ебану. У вот тебя... тут нет у него квеста? Это у тебя, наверное, из-за того, что 7-й левел у тебя есть. А-а-а. Понял. Я потом линкану. О, кстати, в натуре насчет линкану. Я же ходил в это, квесты бегал лутать. Блядь, сейчас Silver Health нужен. А, вот это удалим. Так, я пойду шкуру соберу пока. Так. Как страничку с квестами? Вот так. Сейчас, стой рядом, я тебе квесты передам. Какие есть. Так. Как там? Передать квест? Что мне пишет? Квест не передался, да? Нет, вот этот? А, уже выполняет этот квест.
не подходит для этого квеста. Этот квест я передать не могу, этот не могу. Уже выполняет. Уже выполняет. Нихуя, я 34 спалки просто въебал. Охуеть. Выполнил этот квест. Выполняется совместно. О. Вот, вот этот. На ноги, короче, там типа две ножки надо собрать, она 7% шансом выпадает. Там впереди какой-то квест. А, вон на горе надо знать. И... А вот это чё? Все, ебать. Это все, что я могу тебе передать. Ты поди тут сдавал квест. Да, я, по-моему... Да, я у этой девчонки сдавал квест. Вот, я сдал маг. Ты говоришь, два сдавал. Какой-то еще, наверное. Она дает квест поговорить потом. Вот, и я вот у нее сделал. Блядь, у меня слота вообще нету. Так, а с кем попиздеть, она говорит, да. Нихуя, челик 54 уровня умер. Так, надо бы барахло продать, что-то сумка забитая, пиздец. У меня тоже сумка забита. О! А, ну это 10-15 урона, а у меня какой там... Блять, а где персонажа посмотреть своего? Здесь кто? Нажми на C, на S русскую. Не, оно мне забиндено. Блять, нажми на К, Ш или У, короче. И там, короче, информация о герое. Тебе надо будет, короче, на шестеренку нажать, и там где-то, короче, есть кнопка, которая включает вот эти бары. У меня, короче, 7-11 урона, а тут у меня двуручный молот на это. На сколько урона, блядь, сумки? А, ну вот в нижнем левом углу, там, где твой посох, там показывает свой урон. Вот у меня, допустим, 14-20. Есть этот самый учитель двуручных дробящих в Мулгоре? Да, есть. Ну, а, насчет этого не знаю, ебать. Может, есть. Надо пойти сбегать. А может и нет. Квест сдал, взял новый. Да. Там какой-то из двух квестов, который не передается. Он... Меня... О, все, ебать, еще один квестовый предмет собран. А какую-то кость собрал. Да, да. И осталось, короче, свуп. Гиззард. Свуп. Где? Это кто, нахуй? Ну вот, вот этот квест. Махарас. А, это вот эти с птиц, короче, надо еще собрать. Последний предмет. Вот там, где по одной штуке, типа. Можно, в принципе, квесты здесь сдавать, типа, на похуй, потому что тут же нету этих увеличений XP и вот это всего. Так. Tracked Bill, Tracked Small Egg. Я здесь все собрать не могу. О, трава Silver Health! Так, Mana Potion могу сделать. И эликсир силы могу сделать. Зелье лечения нужно, короче, понаделать по максимуму. Там на 50-м навыке можно будет их апнуть в среднее зелье лечения. В 507-й. Ну, Алижан попросил чайник и пропал. Блять, телефона нету рядом. Я бы написал. Ой. Так, тут блять, он еще и в... Блять, я там... В рюк... Блять. Тут какие-то челики опасные стоят. Тут 10-й левел. Ну их нахуй. В кармане он. Там этого кентавра надо. У меня вода. Вода в куртке у меня. Там вода, я говорю, полторушку. Чё, у тебя там шмонают? Да, у меня шмонает куртку. Удивляется, как у меня там поместилась полторушка воды в куртку. Он не может понять, ебать, куда я ее засунул. Вот как эту я достал.
Так и ту достану. 24. А чё, кентавра будем бить? Что-то не 8 левел, блин. А ебанем парочку. Их надо вообще, что их не надо? Да, 8 штук. Или это, у тебя нету? Это у тебя, наверное, такой. А, ну это вот то, что я с кентавром поговорил. Ну все, потом, значит, будем делать. Алло, Лежан, ты где? Верни чайник, пожалуйста. Окей. И воды набери там тогда побольше. Все, окей. Сейчас он, короче, счастье... Сейчас он погреется, и он принесет его. Так, вот так вот. Сегодня у нас что, вторник? Ладно. Да. О, так, 2 из 8. О, привет. Спасибо, Лиша. Тебе там сколько мяса осталось? С волков-тами? О, у меня сутки, да, кстати, забиты. У меня один кусок. А-а-а. Все уже? Короче, пошли продавать всю эту хуйню. Где там наши? Да, поселение? Погнали на выход. Вон туда. О, там по пути, короче, Silver Hell. Отпишите, это будет. Да. С травой. Да ты, короче, иди, я тебя догоню. Вот. Сейчас тут за травой вот. Вот, тебя, вот. Тебя мобы я уже отсюда пиздец. Вижу. Согласен. Давай вон того моба убьем, вон свупа. Свуп. Там квеста этому выпадает. Ебать, 9 левел. Че пизды даст нам. О, там еще что там? Изрут. И ирт. Блять. Блять, нету квестового предмета. Ёпалы. Сколько это может продолжаться? А, на похуй. О, шкура. Да, кстати, ты можешь вон шкуру подобрать. Вот со страйдера можешь еще шкуру собрать. Там, блядь, не спизженные шмотки. А. Волка ебанем. Вот он бегает. Таурон 12-го. Так, еще волк. А мне какие-то какая-то хуйня с них падает. Что там падает? Короче, квестовый предмет какой-то. Какая-то, ну. Так, мне ничего с них не падает. О, нихуя. А, вот это. Ёбаный, нихуя, Мишка бегает. И чё, сколько тебе еще этих квестовых предметов надо? А хуй знает.
Ну вот ты наводишься на моба, там сколько показывает? 6,6 или 5,6 там? 0,6. Так. 5 из 6. Понял. Все? Нихуя. Нет. Только шкура. Пошли, короче, надо сумки освободить, иду пиздец. Понял. Сейчас какую-то травку вижу. Тут, кстати, трава не подсвечивается. Нужно 6 штук такой травы собрать. Что за трава? А, вот, видишь? Вот передо мной. А, нет, у меня вот, нету вот эту этого. траву 6 штук нужно собрать. У меня нету квеста Но у этого. тебя слотов нету. Да как нет? Нету. Может, нету. Ну ладно. А вот Руслан, это уже твой друг. Маленькое яйцо, нахуй. Яйца, яйца можно будет оставить, приготовить еду из них тоже можно. У меня 2 штуки есть. Маленьких яиц, нахуй. Нормально. Хорош. Нихуя, коды идут, ёбаный рот. Кода матриарх. На, нахуй. А ты сколько квестов можешь дать ебать сейчас? Я ща гляну. А где квесты смотреть? Это чё? Кого убил? Инвентарь заполнен. Краплизер. Нахуй. Нихуя, ты можешь, блядь, с лягушки кожу содрать. Это... На М нажимаешь, и там вопросительные знаки золотые. У тебя есть слот какой-нибудь один? У меня нету. Вообще ничего. А, ща, подожди, ты вот эту еду съем, нахуй. Все, Лиз разобрал. Ну, я могу 2 квеста сейчас дать. Так, где там квесты, как смотреть журнал? Да, вот карту. Да вон, золотые вопросики на карте. Не, типа... Мне надо квест, журнал квестов открыть. А, журнал квестов? На D русскую. D, блядь. D. Ну или L. А, да, вот. Вот этот тип, короче, просит это шкуры, которые, я так понял, ты еще не дособрал. Так у меня один только завершенный. Чего? Круто. Один квест нахуй завершенный. Нет. Так. Чё-то я не вкуриваю, блин. Но этому тебе надо шкуру принести. У тебя, я так понял, 5 шкур, 6. Ага. Так, тут у меня, по-моему, вот тут квест, да. Сейчас, наверное, левел будет. Не, нихуя, не апнулся. 6 катонтал сприк. О, это учитель первой помощи, нахуй. Надо же выучить. Так, я, короче, надо что-то приготовить, поесть. О, зелье. А как этот открывать? Так, это что, это профы? Книгу заклинаний как открывать? На чё? Книгу О. заклинаний? П. А, вот П. ПЗ. ПЗ. ПП. А, ПЗ, да. Так, вот первая помощь, короче. Шкуры. Так, ну нож есть у него, вот эту кожевку вытащить. Что я могу делать? Могу льняные бинты делать. О, накладки для армора могу делать. Ладно, похуй потом. Так, надо барахло продать. Так, тебе надо вот этой еды еще? Да, у меня собачатин. Одна штука есть.
Так, малахит. Квесты, блять. Так, подождите, я вот эту хуйню положу. Так. Блять, мне нужен. Поиск. Мне нужны пряности, короче, чтобы доготовить. А, кстати, вот эта женщина как раз дает вот квест на это. На травы вот эти собрать. Тучу. Бать, тут квестов, конечно. Да ебанешься просто. Я вот смотрю, глаза разбегаются. Блять, как там своего персонажа открыть, нахуй? У, нахуй. Вот. Так, и что это у меня? Пояс 23 брони, а это 18. Продать, нахуй. Так, это квест. У меня квестового говна в сумке. Просто дохуя. Ну да, у меня тоже много. У меня буквально половина слотов это квест. Я хоть хорошо, блять. Так. Короче. Я могу делать накладки на 11 мины. На что они сейчас накладывают? Сейчас гляну. Почти на все. На грудак, на запястье, на штаны, на перчатки. Так, грудак, штаны, перчатки и тапки. Вот это надо что сделать нам, да? 8 штук. Ну-ка сделаем. О, блядь, пошла прокачка, нахуй. Так, ты пока делай, я сейчас на секунду отойду. Все, я здесь. Что там с накладками? Да, замутился, я зачарил, блин. О, вернул, хорош. Да. Хорош. А мне поделишься этими заплатками? Так-то стамину дает. О, 4 заплатки. Хорош. 4, блин, не понял. А, короче, бинты крафчу еще. А бинты нахуя? Хилите. Понял. Вдруг мана кончится. Верно. Так, ну я, наверное, пока припасу их. Или похуй. Ты их еще скрафтишь потом? Кого эти? Да крафти, да. Заплатки. О, все, значит, крафтим везде. Ставим. О, на ботинки еще можно. Ну, там ботинки какие-то у меня дешевые. 5 армора. Все, теперь можно пизды 10 уровню давать. Конечно, конечно. Так, пряности, короче, мне нужны, чтобы еду готовить дальше. Сейчас. Еще обувь хочу купить себе нормальную. А то у меня какие-то, блядь, тапки.
Так, а я же должен кожу приготовить вот из этой хуйни. Ну-ка. О, 36 брони. Супер тапки прям. У меня кожу делаю из обрывков. Угу. Хорош. О, специи нашел. Тебе яйца надо? Да, яйца надо. Сейчас я к тебе приду. Я специи искал. У меня уже кукинг 31 уровня. Так. Так, трейд. Так, яйца. Так, мы можем пойти какие-нибудь квесты сделать, блядь. Да, можно. Мне бы, конечно, выучить молоток, нахуй. Думал, город далеко бежать, да? Так, вон там какой-то квест впереди мне сдать можно. Вон, сейчас уровень, походу, будет. А вот камни ебаные, знаете, хорош. Так, это меч одноручный, его продать можно. И гриб нахуй мне лежит. Тури, блин. Хуйню понакопил, блин. Что ты там где тусуешься? Вот он, я и рядом. Ну, нам надо, короче, гнолов добить. И еще, короче, птиц надо уебать. И с нее должен выпасть, короче, клюв. Как я понял. Ну, пошли кого-нибудь уебем. Так, погоди, жертву съем, короче, вот эту. А, ты мне еще дал. Давай вкинусь, ебать. Чисто баф. И надо еще бафнуть себя, нахуй. Шипы, блядь. Вот эту всю хуйню. Так. Так, куда? Кого пиздить? А, вниз? Там надо... Лагерь гнолов мы не добили. О, трава еще, вижу. Вон, видишь, трава слева? Вот ее надо будет собрать. 6 штук надо. У меня, по-моему... А, вот трава есть, хорош. Вот этот квест, походу, мне кто-то дал. Да, вот ты с Тауреном квест дал, принял новый, вот это она его дала. Так, вот там вдали я вижу шкуру, можно собрать. Да, тут вообще полно волков. Вон еще слева. Со шкурой. Тут их хуярит, ходит их. Да, вон хуярит Тауренис. Таурен друид хуярит их. Я сейчас травы спижу, пока он не видит. Так, нам кого? Вон тех пидоров пиздить надо или что? Нам гнолов надо убить, которых мы не добили. Которые роучеры. Гном роучер. Вот его надо добить. Гном. А еще нам нужны свупы, летающие птицы. Шкура. Роучеры это, короче, которые в капюшоне типы. А еще у них меч и щит. Воин получается. Ебать, он меня метнул чем-то.
Он охотник, нахуй, он стреляет. А-а-а. Чем стреляет? Он воин, он не охотник. Охотник не может, типа, щиты держать. Все, по-моему, всех убили. А, скиннеры еще нужны. Еще два скиннера надо. Этот у меня 6 из 8. Вот 7 из Ну вот 8. 7 из 8, я говорю, двух скиннеров надо. Это танер, тюнер. Ох, ебанем за компанию чисто нахуй. Скиннер. О, вон дальше еще один скиннер. Опа, два зелья просто с куста нахуй. О, хорош. Ты мне потом надо будет все эти зелья отдать. Все зелья лечения, которые я тебе отдал. Тут мобы, Вот. блядь. Мы трех мобов сагрили. Блять, брат. Тебя пиздят. Хуярят. Тактически отступай, тактически отступай. Ты наступаешь тактически. Допиздить моба надо. Так. Про зелье, если что, не забывай. Всем вложение и Кань. по. Хорош, У тебя хорош. уже пол хп нету. А я на тебя засмотрелся. Так, все, да? Все, больше тут нету у тебя ничего. Так. Вот, sharing the land. Там 10 тандеров, 8 скиннеров и Вот у 5 меня, роучеров. вот у волка что-то 5 из 6 нахуй вот А, этот. ну это эти не собрали шкуры. Стой, 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 сзади, сзади бегут. Вот эту хуйню еще надо убить. Там должен выпасть этот кизард. Нихуя. Тебя прокинули, бля. Угу. Че, выпал, О, блядь, не один выпал. из двух что-то мне выпало. А, ну это эти. Ножки, ножки. Нужно две ножки собрать. Да думаю, сейчас, короче, еще парочку мобов пойдем сдавать и все, чилить пойду. Вот 6 из 6 у волка выпало. Теперь Надо что? птицу добить, птиц найти, добить. Попробовать. А где они у нас Травка, 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 травка. совпадаются? Моя, 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 моя. А у тебя сколько травы? Птица. У меня 5. 5 из 6 сейчас. К шкурам. Летающая хуйня, короче, нужна. Бля. А вон вижу суп. С вот этих, кстати, страйдеров падают ноги тоже. О, мне тоже на 24 Но выпадет. 10% шанс выпадения. Блять. О, выпало. Ну-ка еще одно. О, еще тебе нужно с них талоны собрать. А талонов тебе сколько собрать надо? 34. Нормально. Сводим мобов нахуй. Да. А теперь даем стан. Стан. Опа, нахуй. Так, талоны есть. С этого пидора ничего. Нихуя нахуй. Так, шкуру. Что-то я про шкуру забыл нахуй. О, там трава в горизонте. О, там еще птица. Сильвер Хилл. И птицу. Вот птицу убиваем, потом за травой. С ракет просто кританул нахуй гневом. Хорош. Да, блядь. Что-то нихуя не падает. Нихуя не падает. Пока начну А, не волка. интересов пул. Так, Что ты? смыл ик. Похуй.
Да, инвентарь полный. Сейчас я... А, я еще и зелье лечения могу сделать. Ёлы-палы. Фул слоты. Так, что я могу сделать? Это зелье ебану. Что-то лома заходит или что, я не понял, блин. Какая? Да вон на небе. Какая так, луна? Ну... Нет ничего. Луна, блядь, во Вовке, блядь. Ты что, там луну не видишь? Я не вижу луну. Вон она за деревьями, блядь. Вон она белая. А, вижу, вижу, да. Да, я увидел. Нихуя. Ебать, 30 ебанул с палки. Так, вон тут этот страйдер, блядь. Да, страйдер. Элдер. Страйдер. Но, он жесткий. Ой, я траву вижу. Сильверхилл. Нихуя, он по 10 бьет по мне. Ух, ебать, ты видел, что он какую-то хуйню ебанул? С разворота. Ну что, 247 хп, блядь. Нормально. Ничего, страйдер, он что-то лэг мид, нахуй. Ножка, нахуй. Да, мне тоже нужны ножки две. Из двух. Две из двух, нет, на не выпало еще. Когда я уже буду, блядь, в форме хуярить? О, хорош. Выпала хорош. Ножка. О, там кто-то умер. 10 уровня. Ну правильно, умер. Блядь. Нарвались, нахуй, на мобов жестких. О, ебать, целых 3 травы. И все сильверхилл. Вот это нам нужно. Это мне надо. О! Блять, сумку не верни. Дай сумку побороться. Че, у тебя две, говоришь? У меня две. Ебать. Так, на тебе еще яйцо, блять. А, яйцо не поместится. Хорош. Яйцо не поместится. Всё, спасибо, все, спасибо, ебать. Так, что-то я там вижу, я 2 квеста аж на могу сдать уже. Да. Сейчас мы этот клюв достанем и сможем 3 квеста сдать. Еще он выпадет. Так, блядь. Вот эту хуйню надо уебашить. Да выпадет он. Там всего лишь шанс 15%. Хотя мы столько убили, я вообще в шоке. Так. Шо, блядь, не лутается нихуя. Так, ну-ка, гони свой клюв. Сорок три, нахуй, кританул. Бухая, жесткий. О, выпал. О, клюв выпал. Тоже выпал. Все, пошли, вон, еще вон траву надо собрать. Там 2 штуки. Теперь уже 3 квеста могу взять. А где-то в деревьях ты брал квест, вон сзади где-то. Надо да. Мне тоже взять. Да, вон сзади, там вот этот Кнера. Минотавр. Короче, сейчас. А, так я могу тебе его дать. Сейчас, ну-ка. Подожди. Сейчас. Блять, какая кнопка там квесты? Д. Да, Д нашел. Так. Передать квест. Передался? Угу. Вот он. И вот это то, что минотавров надо уебашить. Да, о, 10 уровень, чуть не напал, нахуй. Да, может, подождадим ему пизды? Ну-ка, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. А-а-а, я травку собираю. Нахуй тебе травка, хуяри. Зелье. Нихуя, он по 18 бьет. Бля, там еще сильверхилы. По 15, хуя, он жесткий. С него шкура должна быть нормальная. Короче, этот сильверхилл, вы пошли, короче. Стой, стой, стой. Ты еще. Там еще, еще 2, боже мой. Да мне не надо. Это тебе не надо. Да как не надо? Это эти все зелья маленькие, можно будет потом в средние переделать.
Они там по сотке лечат. Вот Блять, потом, когда ты будешь ломать. болеешь, блядь, этой хуйней. Какой? Ты бежишь прям среди тысячи мобов. Так я-то вижу, и у меня все рассчитано. Я прям вижу, как можно пробежать аккуратно. Блять, ну может не Воу, совсем блядь. аккуратно. Не совсем аккуратно. Нихуя не аккуратно, нахуй. Все, пошли сдавать, блядь. Там еще два, еще два, еще две травинки. Они Там не надо. Peace Bloom и Silver Hill, я вижу. Не, тебе не Так надо. как не надо? Сейчас соберем, можем даже камнем тэпнуться, если хочешь. Так, а что у нас тут? Ну, я так понимаю, мы сейчас квест создаем и все, да? Угу. Ну все, вот это я сейчас дособеру свою траву, может даже камнем тэпнуться будет. О, там еще трава дальше. Ёбаный Офигеть. рот. Только травы. Куда я Боже попал, мой. нахуй? Ебать. Зато хилок ебанешься. Чё, почему? Чё, ебанут? Вот тут какая-то хуйня. 2 из 8, блядь. Ну ты говоришь, вам повезло. Я и спрашиваю Ты поэтому. уже в степи идешь. Ты куда там хуяришь? Можешь тэпаться, я сейчас траву соберу и все. Ебать. Так, надо эту всю хуйню поздавать. Все это попродавать. Так, квесты. Так, я какую-то хуйню сдал. А чё я сдал? Двадцать пять я в эту хуйню, блядь. Broken Tools. Что это такое вообще? А, я пули получил. А нахуя мне пули, интересно? Я же не охотник, нихуя. Чё? Какую? Ты можешь конкретнее объяснить? Я, блядь, души не ебу. Я вообще... Я чё ебу? Что там у тебя челики хотят? Да я тёща не ебу, короче. Ебать. По 10 голды стоят маунты. Короче, половина уровня будет. Завтра у меня какие, блин. Пух. Так, подожди. О, в принципе, можно взять. Ну вот, больше половины уровня. Короче, меньше половины осталось до 8-го. А ты тут при чем? Вот он это рассказывает. Я тоже не ебу.
Что там у вас, блядь, творится? Да я не знаю, что-то пришел, что-то говорит, я вообще не ебу, блядь. Вы, блядь, половину в общаге не было. Скажи, я Вовку играю, не мешай нахуй. Ну? Короче, ну чё, все нахуй, офусь, короче. Да, давай.